Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на интересного рину, которого я прокачал. Это будет вот такой вот рину с ожогом 8-8, 12 скиллом. Остальных вы уже видели. Рунами я специально поставил психощит, чтобы была защита еще на один навык. Также увеличение жизни артефактами меч молний. Плюс 15% уклонения. На нем стоит раскаленный доспех, плюс 25%. Он собран на уклонение, плюс крит удар. Так, смотрим его статы. 302 тысячи жизни, плюс 155, 8300 атака, частота 1200, скорость движения 360. Так, 12 скилл. Герой превращается в носорога, восстанавливает здоровье в размере 260% от атаки каждые 0,5 секунд в течение 12 секунд. Также наносит урон 1680 от атаки вокруг себя в течение 3 секунд. И имеет 50% шанс уменьшить энергию каждого атакуемого героя в течение 3 секунд. Кулдаун 4 секунды. Имеет иммунитет к разбросу. Ну, ко всем эффектам, снижающим энергию. И быстрое восстановление энергии. Так, ну, поехали с рейдом начнем. Так, тут у нас стрелок. То есть вертолетики стрелка и Фрея есть, да? Вертолетики стрелка на него не действуют. Сейчас мы попробуем вот так где-то зайти. Вот как видите, не снимают они энергию с него. Так, ворожей Анубис. Стрелок. Ну, попробуем к стрелку забежать. Рино против стрелка. Давай, Рино, тащи. А, стрелок с глазом. Ну, по крайней мере, простояли 40 секунд. Так, а ну-ка давайте попробуем. Конечно, это дурость, но кинем в пачку вот так вот сюда. Ну ничего, так смотрите, подбил. Ворожея этого слил. Остался там у нас Бигфут. Ну, не знаю, мне, честно говоря, нравится, как он выдерживает весь урон. Смотрите, что он делает. Просто жесть. У нас остался один хранитель. Или еще там кто-то есть. Хранитель... С кубком, судя по всему. Не могу понять. Не утекание точно, да, кубок. Ну, сейчас он будет включаться, забирать энергию. Смотрите, как хранителя по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот хранитель включился, но это не страшно ему. Думаю, ушатаем. Давай, давай, тащи.
Интересно, интересно. С каменкой, я думаю, так бы не затащил. Ну, крит 175 тысяч, ну... Ушатал. А, это треснулся опять. Ну, давайте еще посмотрим. Интересно. Хороший Рино. Не зря качал. Хорош, просто. Просто жесткий. Смотрите, он просто шатает этого хрона. Давай, 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 давай. Добей. Добил. Красавчик просто. Пробежались вот так вот мы по базе противника. Хорош. Интересно. Давайте еще кого-то посмотрим. Так, тут у нас Фрея, Стрелок, Некрос, Анубис. Ну, давайте попробуем тут. Не, слишком, слишком густо. Один тут в поле не воин. Так, а тут что у нас? Тоже Фрея. Ну, против Фрея это не вариант. Хотя один на один я бы потестировал. Думаю, этим мы скоро займемся. Так, ну-ка посмотрим, что тут. Так, Афина. Да, не дали. Чуть-чуть раньше бы включился. Так, тут череп, хранитель, Афина. Что-то... Блин, уже закашлялся. Какие-то дикие расстановки. Вот, включился нормально. Ну-ну-ну-ну. Чуть-чуть не хватило нам. Но ворожея этого слил. Это уже показатель. Пробуем отсюда зайти. Ай-яй-яй. Еще и зашел, и на тотем попали. Как же так? Жизнь, боль. Так, пробуем здесь. Блин, так круто смотрится, смотрите. Держит урон все-таки. Давай, включайся. Смотрите, сколько урона он выдерживает. Охренеть. Это просто жесть. Там уже ускорение пошло дикое. Афину слили, а он все еще живой. Охренеть. Что это было? Это жесть какая-то. Смотрите, сколько героев. Хранитель, Гаргул, Дрейк, Заклинательница, Бигфут. И он просто выстоял. И ушатал их. Да, хорош, хорош. Однозначно хороший.
Так, дайте каких-то других. Так, ну тут вроде интересно, попробуем. Череп, конечно, нам сейчас всю малину испортит. Попробуем. Не, не успели. Не успели. Так, давайте потестим на подземках. В рейдах, думаю, хватит. 10 минут поразвлекались. Но реально хороший. Так, давайте на жестоких посмотрим, что тут у нас получится. Плюс, конечно, то, что он себя хилит. И урон у него по зоне хороший. Энергию отнимает. Ну, в общем, универсальный герой на сегодня. Смотрите, уже шартает в центре всех. А по урону я вам скажу, смотрите, вообще супер. Если что, успеем. Думаю, успеем. От хила хватает. Офигеть. Просто офигеть. Ему просто насрать на этих меса. Да, мало какой герой выдержит это все. Тут благодаря отхилу и забору энергии меса даже не успевают набрать. Он включается. Вот так да. Да. Это оно. Ай-яй-яй, магию случайно использовал. Просто жесть. Слов нет. Так, ну тут, я думаю, его уже ушатают таким количеством. Там еще и... Давайте так, ускорялка этот. И отхила дадим ему. Давай, ворожей. Ну, я не знаю, или он тут выдержит это все. Не, не выдержит, конечно, там уже их чересчур много. Но, блин, хорош. Однозначно плюс. А, так. Так. Ну, где использовать Рину, я думаю, вы и так все знаете. Давайте, знаете что, попробуем экспедиции его затестим. Тоже интересно посмотреть на дамаг. Так, нам тут попался стрелок. И не только. Ушатали. Ну ладно, ну и ладно. Сейчас мы его на арену запустим. Вот он в центре. Хранитель, судя по всему, до свидания. Черепу тоже мы до свидания скажем. Череп ничего не может ему сделать. Под разгоном тыквы вообще пофиг. Так, не сюда, значит ниже. Ну, как по мне, блин, круто, очень круто. Смотрим.
Пофиг, вообще пофиг все. Просто тупо всю пачку в хлам разобрал. Жесть. Да. Вот тогда. До свидания, череп. До свидания, кристалл. Так, где еще его так в интересных местах потестировать? На волнах. Давайте уберем. Хотя, в принципе, зачем убирать? Да, тут сейчас у нас, конечно, здание разрушат, наверное, скорее всего. Хотя, смотрите, до четвертой волны дошли. Ну, дальше, конечно, все. Малышник. Да, но четвертая волна. Неплохо, неплохо. А ну-ка посмотрим на него на турнире. Понятно все. Давайте еще. Дракакас. Что, Дракакас? Не Дракакас? Ну, он снимает хорошо энергию по зоне. Так, Арташка. Ну, Арташка тут не особо сильный. Вверх уже справился без проблем. Ну, интересно, интересно. Затащили. Леди Лео. Держит урон от всех Лео, пофиг вообще. Ну не знаю, вроде супер. Тьфу-тьфу, но красиво, красиво. Так, а ну-ка давайте в забытой сдать команду. Сейчас мы его воткнем. Вот эту команду уберем. Уберем Фрэнки, поставим Рину и поставим его танком. И даже там та нормальная команда. Сейчас нет, не сюда поставим. Сюда мы сейчас кого-то другого влепим. Одера сюда кинем. А тут мы уберем Анубиса. Первым поставим Рину, чтобы танковал. А, блин, тьфу ты. Он у нас уже здесь в пачке есть. Вот это я втыкаю. Так, значит, делаем так, его делаем. Убираем отсюда вообще. Сюда ставим Анубиса.
Арину ставим сюда. Вот так вот. Смотрим. Да, смотрите, ему там реально пофиг просто. Фрейя, понятно, его шатает, но он выстоял урон достойно. Тут сейчас мои будут издеваться над ним. Ну-ка, Одер, успеет включиться или нет? Ну, включись. Есть, вот он включился с богом войны. Но это его не спасло, жизни маловато. Ну-ка, попробуем тут. Непонятно. Надо на одержимого было ремочку поставить, чтобы сразу включался. Дерево где-то непонятно, где вообще делось. Так, а ну-ка тут. Ну блин, герои всех сливают, а он, смотрите, выживает дольше всех. Причем, конечно, тут сложно смотреть на него. Столько героев на него в первой линии атакуют сразу. Надо его немножко назад поставить. Тут, думаю, мы затащим. Как одержимый слился с богом войны сразу, причем жестко. Так, ну-ка пробуем тут. Понятно все. Повелитель дырочек спас его. Давай, ворожей. Чё ты тупишь? Ужас, как он тупит. Ну, не, все, тут мы сольемся однозначно. Вот Анубис тоже с ожогом достойно стоит. Причем не собраны. Выстоял до последнего. Причем против Фрейи. Офигеть. Так, Леди Лео включилась первая. Вроде... Пока вроде нормально все было. Одержимый. Немножко не туда бьет. Но вроде неплохо. Что это там у нас такое? Бигфут. Ну. О, хорошо, вот стрелок Бигфута подхиливает своими вертолетиками. Ну-ну-ну, держать, держать. Ай-яй-яй. Не, Некрос тут один не затащит стрелка, к сожалению, вместе с Анубисом. Но выжил тоже до последнего. Так, хорошо. Давайте еще на кого-то нападем.
В остальных локациях, думаю, смысла тестить его нету. Вы и так понимаете, что он будет красиво очень смотреться там. Так, что тут у нас было? Походу, хорошо слились все обхранителя. Плюс Фрея. Ну а тут будет моя Фрея. Да, вот сейчас в ЗБшке реально рандом полный на прохождение. Даже если одеться полностью, все равно будет тяжеловато. Потому что пачки очень разные. Плюс герои, питомцы. Непредсказуемо все получается у нас. Так. Ну, в принципе, думаю, все. И так увидели реально герой. Достойный прокачки. С ожогом. Вполне конкурентный со всеми остальными. Такими, как Каменка, там, Бастион. Огненная защита. Смотрится вообще круто. Все. Пишите комменты, как вам такой Рино. Кто его вкачал. Сделаем еще обзор на одного Рино. Все. Всем пока. Ставьте лайки.